Соединенные Штаты сегодня объявили о новых санкциях против России. В списке 7 крупных бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. Наверное, если суммировать все их состояние и реальное влияние, то счет пойдет на десятки миллиардов долларов. Ну а их политического веса хватит сразу на несколько европейских государств среднего размера. Миллиардеры Олег Дерипаска и Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр внутренних дел и глава Росгвардии, зампред Центробанка. Все активы этих людей в США будут заморожены. Санкции введены и против 12 компаний.